25 января в России празднуют Татьянин день. Праздник всех Татьяны и, конечно же, всего студенчества Российской Федерации. В этот день творческие коллективы Казанского федерального университета и все выступающие провели гостей по вехам истории данного праздника. Гуляния традиционно начались со встречи почетных гостей. Для приглашения на праздник главных хранителей культуры, успеха и процветания вуза студентки Татьяны преподнесли медовуху. Угощением этим напитком 25 января с 19 века считают доброй традиции. Почетные гости в сопровождении творческой группы и музыкальных композиций двинулись в сторону Уникса, где их радушно встретили студенты. Прологом праздничного вечера послужил номер эстрадного оркестра «Аврора» в синтезе с диджеем, посвященный молодости. Для приветствия гостей и виновников торжества на сцену был приглашен первый проректор Казанского федерального университета Ильясмин Зарипов. Тот заряд бодрости, жизнерадости, который вы здесь получили, всему тому, чему научились, вы сохранили всю свою жизнь. Казанский университет не только самый крупный вуз Татарстана, но и кузница активных молодых талантов, которые ярко проявляют себя во всех сферах общественной жизни. Творчество, науки и, конечно же, учебы. Именно поэтому поздравить в этот день приехали и выпускники «Альма-Матер». Казанский федеральный университет был и будет тем локомотивом, который будет вести в золотое студенчество всю республику. Сегодня праздник всего студенчества, российского студенчества и студенчества Республики Татарстан. И этот вот дух студенчества, некоторого авантюризма, пусть он царит сегодня и всегда не покидает нас. Праздник продолжился театрализованным дефиле Татьяны КФУ под музыкальное сопровождение и проекционное шоу. Не обошлось и без главной виновницы торжества Татьяны Ларионовой, которая поздравила студентов с праздником. Я счастлива, что я поступила. И я счастлива, что я закончила наш университет. И я всех поздравляю, что мы имеем непосредственное отношение к этому лучшему в стране и миру университету. Торжество продолжилось выступлением творческих коллективов. Зрители щедро награждали артистов-сокурсников аплодисментами. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.